Другим темам. Фонд Самрохозына на регулярной основе осуществляет мониторинг реализации 42 крупных инвестиционных проектов. О порядке контроля проектов и недавних нововведениях сегодня рассказали на заседании Общественного совета фонда. На сегодняшний день портфель крупных инвестиционных проектов, подлежащих регулярному мониторингу на уровне фонда, включает 42 проекта в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом и прочих секторах. На данный момент завершена реализация 3 проектов, отметили сегодня на общественном совете. Был вынесен отдельно, специально вопрос, каким образом будет организован мониторинг приоритетных инвестиционных проектов, какие изменения будут внесены для повышения эффективности мониторинга и контроля. Для контроля за ходом реализации крупных проектов в структуре фонда создан проектный офис, который каждую неделю проводит мониторинг проектов с последующим регулярным представлением отчетной информации на рассмотрение Совета директоров фонда. В числе анализируемых на регулярной основе параметров – физический объем работ на строительной площадке, исполнение графика по проекту, суммы освоения, степень исполнения недельных планов работ. Все проекты поделены на определенные этапы, и в соответствии с данным этапом уже идет и уровень отчетности, и уровень детализации по данным проектам. Мы наладили на уровне фонда именно еженедельный мониторинг по крупным инвестиционным проектам, чтобы мы уже упреждающие могли понимать, что здесь или там у нас возможно отклонение, какие меры мы можем предпринять, чтобы вернуть проект в русло графика. В завершении доклада было отмечено, что работа по совершенствованию механизмов мониторинга инвестиционных проектов фондом будет продолжена. В частности, в числе планов на среднесрочную перспективу было названо внедрение автоматизированной системы мониторинга проектов. Тамир Избилял, Серик Конурбаев, Хабар 24.